Всем привет, меня зовут Халид Избахов. Сегодня я расскажу вам, как добавлять авторизованных селлеров Яндекса с помощью технологии AppExtexter. А именно, что это такое, как устроена его проверка, зачем нужно и важно его размещать и как правильно с ним работать. AppExtexter уже давно является индустриальным стандартом. Впервые технология была представлена компанией iBTClub для повышения прозрачности продажи и перепродажи инап-рекламы. С собой это представляет самый обычный текстовый файл со списком всех монетизаторов, в котором мобильный паблишер дает разрешение на перепродажу своего трафика. В целом, как устроена работа AppExtexter? С одной стороны, у нас есть мобильный паблишер, который обновляет, добавляет строки монетизаторов в свой AppExtexter файл. С другой стороны, у нас есть цепочка монетизаторов в лице SSP, DSP платформ, которые добавляют как раз-таки мобильного паблишера уже в свой файл под названием seller.json. В конце данной цепи есть DSP, который как раз-таки проверяет на то, что каждый приходящий рекламный запрос приходит от авторизованного селлера. Что же будет, если не разместить AppExtexter файл? Как я ранее уже говорил, AppExtexter уже давно является неким индустриальным стандартом, поэтому все больше и больше игроков, в том числе крупных SSP и DSP платформ, придерживаются данной технологии и не выкупают трафик, который не авторизован AppExtexter. Поэтому, не используя AppExtexter, вы теряете доступ к довольно большим объемам бюджета от рекламодателей. Плюс для Яндекса это является инструментом для подтверждения того, что пользователь, который создает рекламные блоки в данном приложении, действительно имеет к нему доступ. Теперь о том, как работать с файлом AppExtexter. Вам в первую очередь понадобится веб-сайт разработчика. Если у вас его нет, не страшно, вы можете его создать, используя любой сервис веб-хостинга. Далее, строки AppExtexter вам нужно будет добавить в корневой файл вашего сайта. И по итогу должна получиться ссылка, такая же, как на экране, где ваш домен /apps.txt. Именно по данной ссылке мы сможем находить ваш apps.txt файл и проверять, что наши строки были туда добавлены. Также очень важно, чтобы вы указывали ссылку на ваш веб-сайт в сторах, в App Store, в Google Play Market. Иначе нам будет очень сложно найти ваш apps.txt. Теперь о том, как добавить селлеров Яндекса в свой apps.txt файл. Для этого вам достаточно перейти в партнерский интерфейс, скачать файл AppExtexter, скопировать строки из этого файла и добавить свой AppExtexter. После этого вам остается лишь следить за актуальностью списка. На данный момент мы работаем с более чем 80 DSP-партнерами, но список партнеров ежемесячно обновляется и растет, поэтому очень важно следить за его актуальностью. Теперь я покажу вам, как скачать список селлеров Яндекса и добавить их в свой AppExtexter файл. Для этого достаточно зайти в партнерский интерфейс Яндекса, перейти во вкладку «Настройки», кликнуть по кнопке AppExtexter, после чего скачивается файл со списком всех авторизованных селлеров Яндекса. После этого вы переходите в сам файл, копируете весь список и добавляете его к себе в AppExtexter. В результате ваш AppExtexter обновлен. Давайте подведем итоги. Технология AppExtexter помогает предотвратить мошенничество, поэтому очень важно разместить строки AppExtexter на своем домене и следить за его актуальностью.